С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 15 апреля, Международный день культуры. В переводе с санскрита «культура» означает «почитание света». И эти слова действительно передают истинную суть явления. Желание познавать прекрасное, самосовершенствоваться, искать идеалы. Культура – это то, что превращает человека в действительно разумное мыслящее существо. Она объединяет род человеческий в единое целое, несмотря на место рождения и язык любого человека. Также сегодня отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных сил Российской Федерации. Ну а теперь о родившихся в этот день. 1452 год. В этот мир приходит Леонардо да Винчи. Великий художник, архитектор, ученый и инженер. И автор «Моны Лизы». По одной из теорий она улыбается от осознания своей тайны для всех беременности. По другой версии, Джоконду развлекали музыканты и клоуны, в то время как она позировала художнику. Есть еще одна теория, согласно которой «Мона Лиза» – это автопортрет самого Леонардо. Впрочем, про Леонардо да Винчи можно говорить очень долго. А у нас на очереди год 1886, день рождения Николая Гумилева, русского поэта, одного из ведущих представителей акмеизма. Это такое литературное течение, которое противостоит символизму, и возникло оно в начале 20 века именно в России. Акмеисты провозглашали материальность, предметность тематики и образов, точность слова. Гумилев расстрелян в 1921 за предполагаемое участие в контрреволюционном заговоре. «Сады моей души всегда узорны, в них ветры так свежи и тиховейны, в них золотой песок и мрамор черный, глубокие прозрачные бассейны». 1921 год, день рождения Георгия Берегового, космонавта, летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза, кандидата психологических наук, летчика-испытателя, совершил полет космический на корабле «Союз-3». В 1933 году родился Борис Стругацкий, писатель-фантаст, писал в соавторстве с братом. А в 1939 году родилась Клаудио Кардинале, итальянская киноактриса. Год 1949. В этот мир приходит Алла Пугачева, певица, народная артистка СССР и наше все. 1966 год, день рождения Саманты Фокс, бывшей британской модели, певицы жанра данс-поп. До сих пор вспоминаю огромные плакаты, которые вывешивали в конце 80-х годов водители общественного транспорта. 1990 год. Рождается Эмма Уотсон, британская актриса, наиболее известная по роли Гермионы в фильмах о Гарри Поттере. Теперь некоторые события этого дня. 1849 год. Торжественно освящен Большой Кремлевский дворец, один из дворцов Московского Кремля. Построен по повелению императора Николая I группой русских архитекторов под руководством Константина Тона. 5 залов дворца – Георгиевский, Владимирский, Александровский, Андреевский и Екатерининский – были названы по имени орденов Российской империи. 1874 год. В Париже организована первая выставка произведений художников-импрессионистов. Поводом послужило название пейзажа Клода Моне «Впечатление. Восход солнца», что от французского «impression» – «впечатление», который экспонировался как раз на той самой выставке. Критика встретила новую живопись травлей. Правда, уже с конца 1880-х годов многие приемы импрессионистов были подхвачены представителями академического и салонного искусства. 1881 год. Казнь через повешение в Санкт-Петербурге на Семеновском плацу участников группы «Народная воля», которая организовала покушение на Александра II. Это революционеры-народовольцы Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов и Рысаков. 1919 год. Декретом советской власти о создании системы исправительно-трудовых лагерей положено начало образованию архипелага ГУЛАГа. ГУЛАГ – это главное управление лагерей. 1932 год. В апрельском номере журнала «Молодая гвардия» опубликованы первые главы романа Николая Островского «Как закалялась сталь». На долгие годы произведение станет символом советской власти, а молодежь будут воспитывать на примере главного героя – Павки Корчагина. 1951 год. В Лондоне Эриком Морли впервые проведен конкурс красоты формата «Мисс Мира».
В первый раз в купальниках девушки появились на подобных соревнованиях еще в 1921 году. Произошло это на выборах Мисс Америки. И было необходимо для того, чтобы лучше оценить красоту фигуры и избежать подделок. Естественно, что авторами этих утверждений были мужчины. Самое же первое соревнование красавиц состоялось еще в сентябре 1888 года в бельгийском курортном местечке с очень известным нам названием «СПА». 1989 год. Во время полуфинального кубкового матча между командами Ливерпуль и Ноттингем Форест на футбольном стадионе Хиллсборо в Шеффилде в Англии в результате рухнувшей трибуны 93 человека погибают и 170 ранены. 2019 год. Разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери, который привел к обрушению крыши и шпиля. Национальная и общемировая трагедия. Ну и самое последнее, такой же день, 1618 год. В семье литовского крестьянина Самуила Скавронского появляется на свет дочь Марта. 18-летняя она попадает в плен к русским во время Северной войны. Петр I встречает ее в доме у Меншикова. Потом она становится фактически женой императора. Обвенчались они 7 лет спустя, когда уже появились на свет дочери Анна и Лиза. Екатерина и Петр смогли прожить вместе более 20 лет. Идиллия взаимоотношений супругов рухнула в одночасье. Причина – камергер Вильмонс. По приказу императора фаворит был казнен, а через 2 месяца скоропостижно скончался и сам Петр, так и не простивший жене измены. Вчерашняя кухарка Екатерина, получившая власть из рук Александра Меншикова, правила чуть более 2 лет. Трон завещала Петру II, внуку своего великого супруга. Как говорят в таких случаях, о времена, о нравы. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».